Ну да, по стандарту все походу. Хотя лавка 9, кугельбит, стабилизатор на кугле, отлично. Ну, собственно, все, работаем, значит. Ром, ты давай на... Ром, ты... он нас слышит, нет? Слышит, слышит. Илларион опять за свое. Ром, ты давай на точку, а я оттуда попробую... За камень встанет один явно. С той стороны его забрать попробую, стараюсь. У них всего два подвеса. Зато у них две зенитки. Кугель и Остинт. Подвеса. А даже лавку тебя... Самое... Не кучно, летим-то. Возвращаюсь. Егор, чуть-чуть пониже мольешь. Сам, хотя мы рядышком, в принципе, нормально. Отец и лавка, я беру. Кинул арту. Я с лавкой разменялся. Да. У противника появилась новая точка. Надеюсь, беру 109-го G2. Ай, аккуратнее. Сзади, хвост. Я вижу, у меня тут и спереди, и сбоку, и еще где-то. Так не может. Да нифига ты. Хорошо сработал. Сведись. Пока никого не вижу. У них на точке там явно этот Пантера и Сорксика. Я их не вижу нифига, полюбили. Там у вас... Дал свет! Они просто за домами спят. Считай, что он уже покойник. Вот 44-ка. Молодец, молодец. Красав ты! Эй, кто это там? А, блин, Ницка. Он не позелит. Я думал, свои. Как-то опять. Блин, сбили меня, я не долетел, я до зенитки. Эх, блин, забыл поменять пение. Постарались кирпичный флот сделать. 50. Ну. Я могу взять бирку, если хотите. Не-не-не, бомбить пока некого особо. Ты вот, ну, на чем ты, да, потому что они нас... Чтобы выехать отсюда так нормально, чтобы стреляться. У них техника пошла, парни. Кэзил, а меня убился. Азат, не любят они тебя, вот всегда выбирают именно тебя. Да блин, блин. Я как магнит кинул. Один самолет, две зенитки. Нет, и выигрывать начали. Ну, Петька! Вы, парень, сидите, берите маленько, правее и левее уходите им, засады. Нет, нифига себе! Это а что такое? Я по мосту уехал, бац, экипаж лавину строит. Охренеть, б***ь! Эх, рок-дог! Пипец, вся надежда на тебя. Да, я жду, пока он появится. И три зенитки у них. Потому что она на меня под... Ох, красавчик, вообще минус. Лучший. Вот нам так, всегда зенитчиков... В зенитках я гораздо лучше играю. Нас всегда зенитчиков там не хватало. Кажется, теперь у нас счастье в полку. Да, просто оставалось только вкачать. Американский зенит. Там пойдем. ПЗ-аж, серьезно, блин? Я уже слышу звон орденов и медалей на моей груди. Последний рывок и победа наша! Не знаю, какая-то хрень происходит. 4 бомбы скинул, пофиг. Пантера сама взорвалась, бомбы не достает. Ням-ням! И второй критовный грехан этот. Блин, там кубли лезут на точку. Их нужно выбить Пантеру Дэшную и Кракеншеля, и та второго. У них три. О, еще одна дура, но у меня вот на точке.
Дора летит, Дора еще. Да, я жду ее до последнего, потому что у меня БК осталось буквально 4 ленты. 4.5. У них минус один. Оствинда добейте, пожалуйста, Иларион, налево давай, он ничего тебе не сделает. Он уже мертвый почти. Ох, и не завидую этим ребятам. Его выгнали из-за камня. Стрелять можно. Летит, летит, Дора, летит, парни. Блин. Я еду на точку. Должна гореть. Дора падает. Это земля наша. Они уже почти. Она не на тех падает, на кого надо. Да лучше. Только у них вторая туда летит. Вот это уже хуже. Сейчас я еду, скоро на точке буду. У меня здесь быстрее перезаряжается БК, чем на кугле. Две Доры. 34 тик. Все. Не успеют они ничего. Не успеют они ничего уже. Я могу. Я бирку возьму. Так ни разу и не вылетел на ней. Качал, качал. А что качал-то, да? Для пультовых. Собака все-таки разбомбил меня. Ну все-таки я одну Дору, от одной Доры я спас. Ты нас и в прошлом бою от нескольких спас, по-моему.